Фортебанк поделился секретом, как заработать миллиард на хайпе. На прошедшем в Алматы пиар-форуме эксперты рынка обсуждали самые необычные подходы в рекламе. За пример был взят вирусный ролик на пенсию на песню «Зын-зын» про девушку из Шымкента. Фортебанк стал его спонсором и использовал хит для рекламы своих кредитных продуктов. Результат оказался впечатляющим. На YouTube видео набрало больше 20 миллионов просмотров, а сам банк добился лояльности аудитории и заработал больше миллиарда тенге. Исследования показали, что рекламный ролик заинтересовал клиентов разных возрастов. Был раскол между, скажем так, те, кто больше офисные сотрудники, наверное, да, и те, кто, наверное, не офисные сотрудники. И офисные сотрудники, они действительно говорили о том, что это же банк. Ну как может банк такого уровня рекламу делать? Это плохо. А 80-90% людей, которые там, ну, скажем, там, как раз аудитория кредитования, они, наоборот, откликнулись, они сказали хорошее, классное сообщение.